большая победа нашего клуба, первая победа в истории. Rack it up, I gotta build up the bank to make me a safe house. Shake it up, she got her hands on her knees and she bringing the cake out. Smoke it up, I got some gas, some packs, I'm up in the greenhouse. Ball it up, I'm with the gang, we taking shots off the rebound. Fucking my pussy, say now, I've been humble too long, yeah. Tell them all I stay calm, yeah. Tell them all I move on, yeah. Fucking my pussy, say now, made me lost in the sauce. Took a loss, that's your loss, yeah. Had to get my point across, yeah. Всем привет. Меня зовут Егор Соболевский, и я чемпион. Меня зовут Эмиловский Иван, я чемпион. Я Арсений Коромыслов, и я чемпион. Я Матвей Мячков, и я чемпион. Я Дмитрий Бучельников, и я чемпион. Я Сергей Иванов, и я чемпион. Я Прозенков, и я чемпион. Я Егор Гурзанов, и я чемпион. Старт сезона 21-22. Команда СКА-1946 начинает свой путь с 5 поражений из 6 первых игр. Казалось, что все. Самое ужасное начало за всю историю. И все. Ну, в твоей карьере. И все. Можно сушить весла. Ну, для команды такой старт, тем более для нашей, он оказался не очень удачным. Я даже, на самом деле, вообще не знаю, почему мы так начали сезон. Хотя, ну, это ничего не предвещало. Казалось бы, хороший, сильный состав. Так получилось, что, видимо, недопоняли друг друга. Может, звенья не наиграли. И пока что не нашлось той химии на тот момент. Какой-то период времени даже пришлось записать видеообращение болельщикам, чтобы они не отворачивались от нас, а также дальше нас поддерживали. Дорогие болельщики СКА-1946, прежде всего хотелось бы извиниться за наши последние результаты. Мы знаем, как вы за нас болеете, переживаете, и мы хотим вас радовать нашими положительными результатами. Только с вашей поддержкой мы сможем начать нашу победную серию. Я считаю, что это просто прям такой хороший пинок под зад нам. И слава богу, что это произошло прям в самом начале. Просто нам сверху, наверное, знак такой, что, ну, как бы нужно собраться в этом сезоне, что нужно хорошенько поработать, что легко точно не будет, как, в принципе, и получилось. Так что я думаю, что даже хорошо, что мы вначале прям так вот обидно, прям по соплям получили. Там даже произошла сразу смена тренера. Поработали с Ильей Анатольевичем. И там, да, спустя пару игр уже нашли свою игру и начали доказывать, что не все так просто, и мы должны побеждать. Именно приход любого нового тренера, это нужно показывать тренеру, что ты достоин в этой команде находиться. Все просто понимают то, что мы СКА-1946, мы не можем так играть и занимать 15-ю строчку в таблице, и начали потихоньку выходить вверх. Где-то тренер нас собирал, где-то общались, нам тоже, ну, давал такие мотивирующие вещи. Где-то сами просто собирались, капитан собирал нас, мы много общались вместе. Главное все равно из всех проблем выходить вместе, и у нас это получилось. Тогда с приходом Ильи Анатольевича команда еще сильнее сплотилась. Играли как единое целое, и, соответственно, приходил результат. Результат был колоссальный. Если мы выиграли 28 игр из 30, мы должны были забирать 30 из 30. Поздравления нашему Матвею Мячкову, он оформил сегодня пентатрик, 5 шайб в одном матче. Такого еще в молодежной хоккейной лиге
не было. Да, это очень круто, да, крутые эмоции, отличный опыт для меня. Все-таки не каждую игру удается забивать там по 5. Это, наверное, такая самая запоминающаяся игра у меня в МХЛ была. Это Мич. Он может, типа, ну, как бы. Почему не 6, типа? Но белая полоса 28 побед закончилась прямо перед Новым годом на матчах с Динамо СПБ. К сожалению, и после Нового года неудачи продолжили преследовать команду. В январе СКА 1946 потерпела поражение в 7 матчах из 10. Не было никакого недонастроя там или чего-то такого. Все понимали прекрасно ответственность этих матчей, что питерское дерби и так далее, что легко не будет, как в тех матчах, потому что там, в принципе-то, уже все вышли в полном составе. Просто не везло. Вот именно вот в те игры просто конкретно не везло. Там, ну, такие залетали, что просто не верилось, со скамейки думаешь. Ну, смотришь, думаешь, ну, как это, в общем, как такое возможно? После праздничные матчи это абсолютно то же самое, что и после начала сезона. То есть все равно пацаны тоже друг от друга отвыкли. Праздничное настроение, салатики. Все это дало о себе знать. И я думаю, получилось так, что ни одна оплеуха к нам залетела. Ненавижу такое слово, что недонастроились, настроение шапка закидательская, но все равно, возможно, это какую-то роль сыграло. Я думаю, что это повторилось, вот эта история, что и в начале сезона, что да, вы там молодцы, 28 из 30, но как бы вас ждет что-то большее, вам нельзя расслабляться. Это как ложка дегтя в бочке меда получилось. И я думаю, что все равно какая-то эйфория присутствовала. Выигрываем. И правильно, что Красная Армия дала нам оплевуху. Все равно нужно было почувствовать вот эту горечь поражения, чтобы дальше показывать результат. И все равно всю жизнь выигрывать невозможно. Нужно когда-то проиграть, чтобы стать сильнее. Ну, начали, да, Новый год не очень хорошо, с поражения. И потом, да, как раз Владимир Викторович пришел, и мы выиграли. Тогда все были на таком подъеме, думали, да, все продолжится так же. Но да, где-то не получалось, где-то в последний момент отдавали игру. С его приходом, я думаю, наша команда еще больше преобразилась. И в плане эмоций, в плане тактики. Мы 3 поражения, получается, получили от Красной Армии в том сезоне, и четвертую игру, ну, обязаны были забирать, хотя бы дать понять то, что мы не мальчики для битья и тоже можем их выигрывать. И вот новый главный тренер СКА 1946 Владимир Филатов. Хотя январь для нас сложился очень шатко. Мы проиграли матчи на выезде, мы не могли продлить серию победы более 2 матчей. Проигрывали Атлантам, Амурским Тиграм на выезде, Крыльям, многим командам. Дома играли тоже пополам, Русским Витязем 2 игры дома проиграли. После тех самых игр в Хабаровске, ну, лично для меня эти поражения прям задели. В Хабаре? Да, прям прилично. Ужасное настроение, когда ты проигрываешь 2 игры, которые ты должен забирать, и мы могли выходить в конце сезона благодаря этому на первое место в турнирной таблице, это, конечно, все сказывается. Поэтому все были расстроены и все не понимали, что происходит в команде. У меня было ощущение, что это временно и вот-вот это закончится. Я уверен, что мы все делали правильно. И слава богу, меня это не подвело. То есть я сохранял спокойствие, делал работу, и ребята также. Вся вот эта вот наша кухня, которая здесь находится в нашей команде, вся вот эта коммуникация, поддержка друг друга. В итоге мы вышли из этой ямы и уже пошли дальше. И в течение месяца вот ребята, ну, так сказать, мои требования осознали, поняли. Я понял, что с этой командой можно идти далеко. С февраля уже начали такой 3-месячный поход уже за кубком, можно так сказать. Ну, может быть, перекладина, сейчас посмотрим. Мячков бросок, гол! За 6 десятых секунды Мячков приносит победу. В 46-е одержали победу. Официально оформили попадание в плей-офф.
Да, я помню, там Матвей забил за одну секунду, по-моему, до конца окончания овертайма. Да, он запоминающийся матч. Да я уже не помню, какие эмоции были. Самое главное, что все-таки выиграли, да? Тоже непростой матч был в овертайме, ну, здорово. Я не помню, какие эмоции были, но точно положительные. А «Динамо» не проиграло ни одного овертайма на тот момент. И мы забрали этот овертайм, это было очень значимо. С «Динамо» была близкая игра, то есть две близких игры. А остальных соперников, я считаю, переигрывали. Через эти игры приходила уверенность команде к плей-офф. Вот это очень важно. После удачного месяца домашних игр команду ждал выезд против сильных соперников – «Алмаз» и «Лока». Эти игры в гостях стали последними матчами в регулярке перед плей-офф. Серия из 4 выездных матчей, она заложила фундамент к плей-офф. Было понимание то, что эти команды входят в плей-офф, и это уже репетиция плей-офф. И нужно было оттачивать игру уже на команду, игру в обороне полностью, чтобы мы в концовке, как с «Амурскими тиграми», не упускали матчи, и быть единым целым. Несмотря на то, что первую игру в Ярославле мы проиграли, да, потом на вторую игру вышли, собрались и выиграли 4-0, да, и тогда я понял, что ну, эта команда действительно может претендовать на кубок. Проиграли по буллиту? Да. 5-4. Ну, потом вынесли 4-0. В первой игре им очень повезло. Ну, они 2 гола забили коньком. Ну, это разве голы, которые забиваются прям, ну, вот в таких матчах? Мы провели достойную игру, переломили соперника просто-напросто. Сережа тогда на 0 отыграл вроде. Дала прилив эмоциональной, положительной энергии такой, да. Я не могу сказать, что один этот матч сделал становление команды. Команда становилась на протяжении всех игр вот этих, да, и приобретала уверенность. Ну, это была репетиция просто-напросто перед плей-офф. У каждого был шанс, кто поехал на выезд, у каждого был шанс проявить себя и доказать то, что ты готов играть в плей-офф. И поэтому настрой был запредельный в каждом матче. Команда почувствовала, что любого соперника в этой лиге мы можем обыгрывать и даже уверенно обыгрывать. Поэтому, наверное, это такая фундаментальная серия, которая ввела нас в плей-офф. Я, наверное, задумался о настрое команды, как каждый пацан подумает, хороший это соперник, плохой соперник, и как раз вот это вот настроение должно было быть чемпионское после того, как мы победили сильных соперников, и все равно боялся, что будет у кого-то какой-то недонастрой, но такого не произошло, и все подошли очень ответственно к этим матчам, потому что и крылья Советов, они заканчивали сезон очень прилично, они забрали много очков, как раз попали в плей-офф, ну и нам оставалось только настраиваться на них так же, как и на любого соперника в плей-офф. Репетиция перед плей-офф, но самое главное было еще впереди. У многих, ну, большинства игроков в команде это был дебют в плей-офф. Была небольшая тряска. Но лично про себя скажу, все равно присутствовал мандраж. Крылья Советов, на самом деле, один из самых непростых соперников, особенно если ты играешь у них дома. Они в концовке регулярки Красную Армию 2 из 2 обыграли. И вообще с 17 места на 7 поднялись, поэтому они были на подъеме, и они могли сотворить чудо без каких-либо проблем. И матчи оказались тяжелыми. 5-3, 5-4 и 2-1 в овертайме. У них дома, когда играли, я, к сожалению, удалился до конца матча. После драки стоял у стекла и переживал за этот овертайм, и прыгал там, как сумасшедший, когда забили. Сложно было. С крыльями было сложно. Сценарий серии с крыльями был именно таким, который я предполагал. Я знал, что в каждой игре будет очень серьезная битва со стороны именно соперника. Вышел на игру в такой дикой прострации,
Очень тяжело было. Мы вроде готовились к игре, но было очень тяжело собраться именно мыслями. Но уже там вкатились первый-второй период, уже более-менее вошли в игру. И гол Цехи просто... Не скажу, что шедевр, но так и должно было произойти, значит. В той игре, ну да, пропустили. К сожалению, в первом периоде в большинстве, да, нам забили гол, но бросали, но шайба просто не шла в ворота. Да, и Семен Демидов полез на ворота, и мне просто оставалось как бы ее добить мясом, можно сказать, потому что обычные шайбы не заходили, поэтому решили попробовать так. Хорошо, что получилось, сравняли счет и выиграли в овертайме. Это очень важная шайба нашего защитника Цехановского тоже, да. Парень там не играл, а тут очень важную шайбу забил для команды. Вот, поэтому за счет командных действий и защитника Цехановского мы выиграли эту как бы серию, да, забили этот гол. Вот, и спокойно готовились уже к следующему раунду. Это был один из самых эмоциональных, наверное, матчей, потому что очень сильно освистывали нас на трибунах и кричали много. Поэтому очень рады были, что забрали, и не будем играть повторную игру. Крылья Совета. Мы профессионалы, и какой бы счет на табло не был, положительный, отрицательный, крупный, ничейный, там, мы просто должны выполнять свою работу качественно каждый период. Если ты будешь выкладываться каждый период, качественно выполнять, у тебя есть шанс бороться за кубок. Если ты будешь плавать, то шансов не так много. В голове понимали, что радоваться долго нельзя, нужно эти эмоции гасить, потому что уже на следующий день Мы уже знали тогда, на тот момент, что играем с «Динамо», потому что они также в трех матчах обошли питерское «Динамо». Да? Уже на следующий день мы начали анализировать игру соперника, готовиться тренерским штабом. Вы их проходите 3-0. Чем это можешь обосновать? Репетиция хорошо прошла. Простых игр в плей-офф нет, с «Динамо» не исключение, тоже «Динамо» давали на бой, старались, там, бились, боролись, просто где-то мы лучше, хладнокровнее реализовывали свои моменты, да, поэтому, думаю, и выиграли эту серию. Понятное дело, что у них состав поменялся, но чемпиона все равно хочешь обыграть вдвойне. Мы играем с действующим обладателем кубка. Поэтому вдвойне будет приятно пройти эту команду. Понятно, чтобы обыграть чемпиона, нужно играть сами как чемпионы. За день до первой игры я пришел к ним на раскатку, встретился с пацанами, там, с кем играл в прошлом сезоне. Ну, у них там какие-то там были такие хорошие эмоции, там, то, что да, мы там вас там выиграем, все такое. Ну, я просто пацанам там об этом рассказал, там, всем, там, на ужине потом пришел, говорю, там, что-то «Динамо», там, нас выиграть собирается. Ну, и все, там, в первом матче мы их там хлопнули так прилично. Еще одна атака, хороший отрезок и гол! Еще один гол, это разгром, Иван Ремезовский! Длинная атака с кат, которая заканчивается заброшенной шайбой. Там как раз случилась твоя первая шайба. Да. Забивать, конечно, приятно. Еще тем более в плей-офф. Ну, там вообще все звезды сошлись. Твой первый сезон, твоя первая шайба, твой первый плей-офф, и ты еще забиваешь, ну, можно сказать, бывшей команды. Да, все так и было. Все пацаны меня поздравляли. Максим Коровяков, который никогда особо не улыбается, я его улыбаться заставил. С такими командами чуть проще играть, потому что мы игровички, они игровички. Тут уже кто кого переиграет в плане ума хоккейного. А
матч был сложный под номером 2. Мы 2-1 проигрывали, и Дмитрий Бучельников там забил второй гол, сравнял. И кто третий забил уже? Тоже ты? И третий он тоже забил. Выиграли. Пришло понимание, что выиграли прошлых чемпионов только после 3-0. Полуфинал — это же абсолютно другой уровень. Встречаются топ-4 команды по ходу сезона, и никаких мыслей о расслаблениях, послаблениях не было насчет соперника. Мы знали, что эта команда физически очень сильно подготовлена, поэтому поблажек себе не давали при подготовке. И работали над собой, конечно, работали. И в этих матчах очень хотелось проверить свои силы. Уже в первом матче, в первом периоде, когда Ирбис начал очень жесткую, мощный навал на нас, они били нас по правилам. Я думаю, что в предыдущих сериях с «Крыльями» и с «Динамо», хотя там был тоже очень жесткий хоккей, жесткость этой серии была еще выше, запредельная жесткость была. Некоторых ребят я знаю из «Ирбиса», и после серии они сказали: «Ну что, Владимир Ильич, вы не ожидали, что мы вас будем так бить?» Я говорю: «Мы ожидали». Ждал все, что угодно, но не булитов опять. Но получилось так, что опять, да, дошли до булитов и опять проиграли этот матч. Не получалось забивать и пропускали, да, много. Не, ну вратари-то, конечно, наши не виноваты, просто так получалось. Дмитрия Бучельникова потеряли, да, можно сказать. Грязно против него очень сыграли, я считаю. Вот. И, ну, так нельзя, думаю, играть, потому что это очень было грубо. Быков отправляет вперед Кампова. Кампов сам бросает, Иванов отбивает. И Быкова не дают бросить еще раз. Ну, понятно. О, а вот это жестко. Бучельников все еще лежит. Потеря Бучельникова, если она случится, это тоже очень серьезно. Это, я уже говорю, лучший бомбардир, лучший снайпер. Да, вот сейчас вопросы, что с Бучельниковым. Второй период. Второй период. Середина игры. Средняя зона, если не ошибаюсь. Да, средняя зона. Могу сказать, что все три игры за мной охотились, да, летали за мной. Наконец нашли. Были мысли, конечно, отомстить человеку, который за ним бегал, но все равно их нужно отметать и переключаться на хоккей. Все играли за Диму, но, конечно, было неприятно, что такой грязный силовой прием. Это больше как сразилось, мне кажется, на Гурзане с Кравяком, они же весь сезон играли вместе. Он очень хороший сезон провел, я с ним весь сезон, можно сказать, в тройке провел. И очень приятно с ним играть. Наверное, у нас вот в нашей тройке там
Кровяков, Гурзанов, Бучельников, как раз эта химия и произошла. Недаром мы весь сезон вместе отыграли. Это было вроде с Ильей Анатольевичем, когда нас поставили в одну тройку. Было нереально кайфово играть вместе весь сезон. Просто чувствовали друг друга спокойно, могли найти друг друга там на пустые ворота, там разыграть комбинацию, что в большинстве, что в равных. И во многом это их заслуга, что я стал вторым снайпером. И бомбардиром, да. Были моменты даже, когда я отдавал пас туда, где он должен быть, а как бы его-то в команде уже нет, и там уже никого не было. И получалась потеря в статистике. Ребят, чтобы выиграть, нужно добавлять с каждой игрой. Соперник добавлял, мы добавляли, но недостаточно. Четвертая игра должна была стать во многом определяющим. Либо мы едем домой и в пятом матче убираем дома победу в этой серии, либо мы едем домой и вешаем конечки на гвоздь. Еще у нас есть игра. Хотел насладиться вот этим командным духом, командной атмосферой. И то, что вот вроде бы, да, сегодня все может завершиться, а можем и дальше пройти. То есть, ну, ты просто должен кайфовать от того, что делаешь и где находишься. Мы вышли на лед и выиграли эту игру. Настраивались на этот матч. Ну, скажем так, что можно было так... Такое настроение было в раздевалке очень серьезное, что... Топор в воздухе можно было повесить. Очень обидные эмоции за минуту 20. Ну, там, конечно, 6-4 было, но я больше боялся, чтобы нас это не сломило. То, что они сейчас на подъеме и забили в конце шайбу. И в овертайм выйдут еще, хотят быстро забить. Но, слава богу, все обошлось. Все ребята понимали, то, что нам надо забить, а не им снова. Просто молился, чтобы выиграли. Не хотелось так сезон заканчивать, потому что... Мы сделали все для этого, мы показывали свою лучшую игру на протяжении всего сезона. После третьего периода в раздевалке была просто гробовая тишина, никто не сказал ни слова, пока не зашли тренеры. И что-то внутри ёкнуло, то что неужели мы проиграем этот матч. Но слава богу, что все хорошо сложилось, и мы перевели серию в Питер. Мы отстояли свои ворота, хотя моменты у соперника были. Также у нас были моменты. И очень рады, что во втором овертайме нам все-таки эту шайбу Матвею там удалось забить. Даже в мыслях такого не было, что сейчас, если пропустим, мы проиграем. Выходили спокойно, да, уверенно. И очень здорово, что шайба отскочила, да, на пятак. И пришла мне на крюк, я, получается, раз принимаю, сразу бросаю ее, ну, не раздумывая даже, и забиваю, да. И все понимаем, что едем домой. И домой уже ехали только за победой. А пикать, запикать можно? Я был в ахуе. Взял вот так подушку просто и начал орать в подушку. Чтобы никого не разбудить. Улыбнулись. Поняли то, что сегодня, ну вот в том матче, в пятом против Эрбиса дома, все должно закончиться в основное время. Несмотря на счет 2-0, как бы, может быть, не такой крупный, этот матч был самый, скажем так, самая уверенность нашей стороны. Я считаю, что мы практически весь матч держали нити в руках в своей игре и заслуженно победили в этой встрече. Что касается Ирбиса,
они не играли так, как они играли предыдущие 4 встречи. Они были не так уверены в своих силах. Может быть, приход игроков из Канилы повлиял на это. Но было видно, что команда соперника уже не так сражается. И поэтому, наверное, ноль в графе заброшенных шайб – это отражение того, как мы и они участвовали, как мы играли в этой игре. Армейское дерби. Сама афиша, да? Красная армия, СКА 1946, это уже как бы звучит очень здорово, поэтому очень ждал. С нетерпением, да. Я считаю, что вообще первый матч в некотором роде предопределил исход серии. Клюшку перемотал себе после третьего периода. Все думал, сейчас на овертайм там выйду. Даже выходить не пришлось, там Никита Чибриков все решил. И я очень радовался этому, потому что ну, это здорово, то, что мы выиграли первую игру. Я считаю, что первая игра – это ключевая, можно сказать. Это очень много значило для нас. Какая-то уверенность, да, появилась после этой игры, что можем играть с этим соперником и выигрывать их. На самом деле в плей-офф у нас просто были прекрасные, и СКА Ультрас перекрикивали все болельщиков, которые приезжали с другой стороны команды. Дома просто знали то, что на выезде Красная Армия играет не очень, и хотели это доказать. 13 шайб. 13. Это фантастика. Ну, прям... Очень здорово. Да, блин, должно было быть больше. Пожалели. Я считаю, что мы переигрывали соперника в третьей-четвертой игре, да, домашнем. И еще тот отображает исход встречи. Мы, наши парни переигрывали действительно Красную Армию. Опять же, порадовались недолго и стали готовиться к пятой игре. Но сложилась она, к сожалению или к счастью, скорее уже, к счастью, неудачно.
были очень запредельные эмоции и очень запредельный настрой, потому что все понимали то, что нам осталось совсем чуть-чуть. Мы начали это хорошо, ну, ничего вообще не предвещало, чтобы было 3-0. Я понимаю, там может быть 1-0, там повезло им где-то. Но не 3-0 и не 4-1 в первом периоде. Плохое начало, несобранность, наверное. Опять же, перегорание из-за того, что кубок был близко. И плохая реализация своих моментов, потому что отыграться все равно могли. Это было очень неприятно. Понятное дело, мы уже на ходу, мы уже выиграли, мы забили 13 шайб. И в любом случае никто не ожидал, что нам вернут должок, так сказать. Не знаю точно, но, скорее всего, первоначально эта задача и стояла у пацанов Красной Армии, что нужно начать с лидеров, которые будут отвечать на провокации. И так и получилось. Все равно в любом случае были мысли ответить. Я подрался как раз в этом матче. И были эти мысли, но первоначально у нас цель – это кубок. Звучали такие слова, что не нужно просто обращать внимание и играть в свой хоккей, продвигать свою игру. Просто не зашла. Не полетела в ворота шайба. Все. Моментов было куча. И голевых. Вратарь хорош был в этот день. Красная армия. Ехали с Егором Гурзановым домой. Я ему говорю: «Гурза, как же я устал на Сапсане ездить». Ну, вместе, наверное, одна мысль промелькнула все равно. Но он говорит: «Так что давай, это последняя поездка будет в Москву в этом сезоне». Понятно было, я думаю, перед даже разминкой, перед Ледовой, как ребята заводили друг друга, какой был гул в раздевалке рабочей. Каждый кричал, каждый играл сердцем. И я думаю, если бы кто-то слышал наш настрой в раздевалке, они бы поняли, в чем заключается наша сила. Волнения вообще не было, потому что мы были на своей площадке, нам нужен был этот кубок, этот матч мы должны были забирать. И по эмоциям парней, и на лавке, и в раздевалке все понимали то, что только сейчас, только сегодня. Запредельный настрой. Только на победу и порвать на части. Парни, никто не хочет, чтобы мы выиграли. Ни Красная Армия, ни Москва. Мы просто должны с вами. Вот есть нас, 22 человека, мы там штаб, который идет против всех. Болельщики живут хоккеем в Питере. И ты, ну, лично я слышал каждое, что они кричали. За это им большое спасибо. Я был спокоен. Я был уверен, что мы в этой игре победим. На самом деле, я по ходу всего плей-офф много что говорил и все выполнял. И Роман Борисовичу я говорил то, что 6-й матч дома 100% заберем, и забрали.
помню, в первой игре, да, пробовал забросить лакросс, но вратарь поставил просто ловушку в верхний угол ворот и поймал шайбу. Все говорили, вот там Самсонов там здорово сыграл, там отбил лакросс, нашел противоядие от лакросс, все дела, да. Но я просто разобрал этот игровой момент, посмотрел то, что на средней высоте, в принципе, если сделать, то можно забить. Поэтому решился, да, что тренировал, попробовать в игре. Поднял шайбу и на средней высоте, как бы уже даже несмотря на вратаря, не раздумывая, просто на средней высоте заносил шайбу. И когда там забил, это, конечно, очень хорошие эмоции были. Я сижу уже все такой, пипец просто, меня трясет. Пожалуйста, давайте, ребята. Я прихожу только в випку, проходит минута, и Матвей лакросс забивает. Я такой, боже мой. Что было? Насколько эффектно смотрелось это из твоих ворот и твои мысли, когда он это делал? Ну, хорошо, что не со мной. Хороший гол, очень важный гол. Действительно, нам придал еще уверенности, что мы еще ближе стали к нашей заветной цели. Поэтому красавец. Впрочем, есть давление от армейцев Москвы. Вторая тройка на льду. Так, игра остановлена. В момент, когда игрок СКА контролировал шайбу, это удаление. Марат Хуснутдинов отправляется в штрафной бокс. Ух ты! Подножка фиксируется главным арбитром. Пиздец. Я вот так стою, так смотрю. Все, удаляется Марат. Ну ничего, будем биться, значит, сейчас ложиться, поостаться, как бы, но не отдадим это точно, эту игру. Итак, вбрасывание произведено, последние секунды, 3, 2, 1. На тот момент был Марат на поле, я, Максим Кровяков, Никита Смирнов, и еще защитник, если честно, я не помню, кто у нас слева был, потому что после таких эмоций сложно вспомнить. И вот эти 5 секунд, которые были уже у них в зоне, ну, теоретически даже комментатор говорил, что, ну, скорее всего, это все. И по глазам пацанов я обратил внимание на лавку Красной Армии, там все. По глазам тех, кто вышли на поле, там все. И поэтому это предвкушение было вот этой победы не верилось до конца, даже когда осталось 5 секунд. Я не понимал, где мы находимся. И вот эти отсчет, трибуны кричат, краги летят в воздух, шлема летят в воздух, и вся команда собирается у своих ворот. Это было непередаваемо. По-моему, в сторону она улетела. Но все равно я считаю, что это выигранное было сбрасывание. Когда шайба улетает в сторону, там, где нет игроков, понятное дело, что все уже. Уже хочется бежать во все налеты и обниматься со всеми. Даже эти 5 секунд мы перестраховались и продумали то, что игрок может выбежать из дальней калитки, да, и не дай бог убежит там. Поэтому Никита Смирнов отъехал чуть дальше к красной синей, чтобы перестраховаться. Я остался на синей, Гурзан тоже остался на синей. И Кровяк выиграл вбрасывание, отправил шайбу за ворота, и все, время вышло, и мы побежали праздновать. Последние 6 секунд, когда мы отсчитывали. Когда было вбрасывание в чужой? Да, последние 6 секунд отсчитывали, я тогда понял, что мы чемпионы. Я вообще пустой был, у меня сил даже радоваться не было. Я просто сказал так, что, слава богу, что наконец-то это закончилось, не надо еще одну игру играть. Ну, просто был пустой вообще. Я и сейчас до сих пор, как бы, к этому всему отношусь как просто к качественной проделанной работе со стороны нашего штаба и пацанов. И, наверное, даже радуюсь в первую очередь за парней, что они такие счастливые, что так все. Потому что и такие хорошие мальчишки, я повторюсь, очень сильно повезло, что такие хорошие, чистые ребята, честные. Это очень круто. А сам я, не знаю, сам я до сих пор какую-то усталость чувствую, спать все время хочется. Yeah.
Я думаю, наша дерзость заключалась в том, что хоккей у нас в основном был атакующий. То есть, по мне, так лучше защита это нападение, и так и получилось. Все закончилось, и все закончилось так, как мы хотели. Единственная посторонняя мысль была, то, что сейчас все кидают шлема, и не дай бог попадет кому-то в голову. Я свой аккуратненько вправо сбросил и побежал прыгать в команде. Таких эмоций я еще никогда не испытывал. Такой момент тоже волнительный. До сих пор мурашки на самом деле по коже. Очень крутой момент. И для тебя это очень большой шаг в твоей карьере. Потому что я думаю, что у чемпионских команд большое будущее. Вообще не понимал никто. Все пацаны говорили, я еще не осознаю, что мы выиграли кубок, что это... Скорее всего, история, потому что первые, кто привезли в Питер этот кубок. И очень приятно было побеждать при своих трибунах, при своих болельщиках, при своих родных. И, наверное, я сейчас больше прочувствовал, вот когда прошло пару дней, чем там на льду. Там на льду мы были, я думаю, в голове у нас была только игра, которую мы должны забрать. Приятно было оказаться здесь и стать частью той истории. Те, кто были в чемпионской команде, только они смогут дать правильные напутственные слова ребятам, которые придут. Потому что теперь молодежной хоккейной лиги на СКА 1946 будут настраиваться в 4 раза жестче.